Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Stellaris за потерянную колонию Земли на сложности Гросс Адмирал в режиме Iron Man. На нас напали пираты. Во-первых, вот здесь идет бой. Уже они нас победили тут, видимо. А, нет, все еще идет. Идет, значит, бой. Пока вроде как в нашу пользу. Но не факт. Я на всякий случай тут начал постройку. Вот эта штука. Вот, запустил я тут постройку оборонительной платформы, но ей еще 100 дней. Я не знаю, дотянется она или нет до этого дела. Дальше. Значит, так как у нас начались какие-то битвы флота, которые я не ожидал, я залез в конструктор судов и сделал новую модель корвета. Ну, как сделал новую модель? Прицепил на нее усилитель реактора. Я почитал, что типа билды кораблей — это важно. Я в прошлом прохождении оставлял все на автомате. В этом прохождении не буду оставлять на автомате. Хотя пока строить нечего особо, но воткнул усилитель реактора. Стало чуть-чуть дороже, но чуть-чуть мощнее. Дальше. Вот здесь я начал строить оборонительную платформу. И вот здесь. Нет. Вот здесь, наверное. На случай, если пираты тут разнесут и ломанутся сюда и сюда, тут уже встретят оборонительная платформа. Так просто, как здесь, они не пройдут. Ну и запустил 7 корветов для флотилии нашей. Первый, для первого флота. Они строятся вон там, вон. Это как раз МК-1 корветы. Так что пока эти долетят на ремонт, на апгрейд, там уже построятся еще 7 кораблей. И уже 10 корветов пойдут гасить пиратов, если они тут продолжат там все ломать. Что еще? Значит, с вот этими ребятами мы улучшаем отношения, с вот этими ребятами улучшаем отношения и с вот этими ребятами тоже улучшаем отношения. Вот это спящие, вот это спящие, вот это дохлые. И у нас остается неприкрытый край где-то вот здесь, там, где вот эти парни могут пролететь. Но четвертый посол сейчас занят. Как только он освободится от первого контакта, с ними тоже будем улучшать отношения. Хотя, конечно, может, в шпионаж его закину куда-нибудь. Ну, пока не знаю, пока он занят. По колониям у нас там, в принципе, стройка везде идет, рабочие места скоро везде будут заняты. Погнали, будем, значит, что делать? Улучшать отношения. Дальше. Чтобы улучшать отношения, надо в политику зайти и поменять экспансионизм на сотрудничество. Нам это сотрудничество добавит улучшение отношений. Оно будет быстрее улучшаться. Вот что надо сделать. И теперь погнали. Значит, на эту серию задача какая? Помириться с кем-то. Хорошо, чтобы никто нас не напал ни вот отсюда, ни вот отсюда, ни вот отсюда. Вот. Порешать пиратов, усилить флот, ну и дальше качать колонии. Как-то так. Готов колонист наш. Он идет за тропическим миром на 14 клеток. Пираты перешли на вторую базу. Значит, эту станцию они расфигачили. А, нет, она просто не закончилась. Тут осталось 4 дня, а они улетели за следующей базой нашей. Но на самом деле нет. Нет, они победили здесь, они ее уничтожили. Вот здесь через 4 дня будет готово, и вон там, значит, тоже будет готово. А вот здесь запустим. Все больше народу присоединяется к Галактическому Совету. Вон они появляются на карте везде. Закончился ремонт флотилии. Начинаем апгрейд и ждем, пока наша верфь нам выдаст кучу корветов. Пойдем отбивать свою систему у пиратов. Тропический мир, континентальный мир. Все хорошо, только очень далеко.
мир, Кузня уперся в безработицу, делаем промышленный район, как раз накопили кристаллов, вот кристалл, говорю, минералов. Так, а кто-то вот летает по нашим регионам уже. А, но мы с ними еще не разобрались, поэтому они не понимают, что у нас закрытые границы. Хотя вот теперь есть посол. Идем тогда еще с вот этими, начинаем общаться, чтобы они не лазили у нас тут. Собрались флоты. 820 силы у нас, а у пиратов 472. Погнали, с ними разберемся. Заканчивается еда. Где у нас аграрный наш мир? Вот. И также заканчиваются деньги. Парни тянутся аж вон куда. Такс, значит, нам как-нибудь их бы буду приостановить, потому что они цапнули прям по-быстрому этот кусок. Флот зашел в бой. Пустыня, океан. Пустыня, тундра. Так, ну хотя бы тундру дотянуться взять. Этот идет за обломками. Этот нашел врата. Но он собирает аномалии там. Вот этим кораблем сейчас будем тянуться. Отрежем хотя бы себе вот эту тундру. Может, даже и подальше пролезем, чтобы вот эти парни тут нас не отрезали от всего, что можно только. Победили пиратов, я смотрю. А чем мы не захватим станцию? А нет, постреливаем. Закончили исследование обломков от битвы вот здесь, которая прошла. Вот тут вот. Так, а вот здесь должны быть еще одни обломки, нет? Нет, здесь что-то не показывает. Ну вот тогда изучаем вот здесь и встречаемся. Как-то встречаемся. Ой, я просмотрел, а денег вообще почти не осталось. Ну, переселим тогда с мира кузни в аграрный мир. Тут 4 рабочих места, а тут безработица. Так что давай. Ой, кстати, робот, который не знает, чем ему заняться. Ой, а зачем в аграрный-то? Фу ты, в энергетический же надо было. Захватили сейф-модуль. Так, ну все, с пиратами разобрались. Ура. Новые технологии. Так, указ на превосходство флота и предел флотилии плюс 20. Я все время забываю предел флотилии и вместимость флотилии. Это вот сюда добавится больше корветов или нет? Хотя вот есть поглотитель энергии еще и регенерирующая обшивка, которую можно в корабли воткнуть. Плюс две базы. База у нас еще не в лимите, но они как бы мне не сильно нравятся особо. А вот плюс к флотилии 10 тысяч. Очень долго все будет. 300 из 3.
Давайте космическую возьмем тему. Вернем свои корабли. И еще металлокерамическая броня. Так, сейчас, значит, будем делать апгрейды и эсминец. Изучаем эсминца. Отлично. Еще у зеленой планетки. Блин, мне, конечно, не хотелось бы эти планетки подзабирать всем. И врата, и раскопки. Там много интересного. Но я уже думаю, что я не успею, потому что вот до сюда, если эти свою клешню вытянули, щупальца вот так, то следующие они вот этот возьмут сектор. И максимум, что я могу успеть, это вот это похапать. Что-то как-то я не ожидал, что они так резко протянутся сюда. И все это у меня отожмут делом. Там и планеты. С другой стороны, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь систем сюда, а до планет и того больше. Да фиг его знает. Такое себе. Меняем на столице сельскохозяйственный район на городской, чтобы расширить клеточку и сделать еще один административно одно здание. Так, ну вот мы нашли каких-то хороших чужаков, которые стремятся наладить мирное общение с нами. Приятно слышать. Хранилище ресурсов заполнено. А, ну это влияние заполнено, понятно. Что-нибудь в указах возьмем. Энергетики у нас в указах. Ничего тогда не возьмем. Может, вот здесь все-таки построить свою систему? Сколько будет стоить? Вообще ведь не представляю. Есть же строитель, не занятый ничем. Расплатиться влиянием, но покопаться вон там, успеть что-нибудь выкопать. Есть новая колония. Посмотрим, что же нам досталось. Так, ну, я смотрю, куча зелененького. Уже хорошо. Минералов опять нету. Энергии из Децл. И промышленные районы. А на том нашем аграрном мире всего 6 клеток. И он закончился уже. Ему больше некуда аграрить. Ну, значит, из вот этого тоже будем делать аграрный мир. Так, а может здесь тогда? Ну так. Давно у нас лидер-то отвалился, губернатор. Только сейчас заметил. О, административный лимит плюс 10%. Отлично. Берем вот этого. И сейчас решим проблемы. Хотя нет, не решили. Я думал, решим проблемы с административным лимитом, но не тут-то было. Так, ладно, с этой колонией. Тут нужны какие-то рабочие вещи. Мы делаем один горнодобывающий район. Потому что больше их негде делать. И идем в традиции. Процветание на двоечку уже. Ресурсы плюс 5% неплохо. Клерки. Дадут блага, да? Больше жилья. Возьмем ресурсов плюс 5. А, ну вот, кстати, губернатор только что помер. Вовремя я заметил. Я думал, без губернатора сидим без бонусов. Нет, нормально все. Так, ну вот с нами хотят подружиться. Освободился наш посол. Здесь мы ничего ценного не нашли. Тащимся дальше. Вот до сюда хотя бы успеть
вот эти сектора оставить себе, может быть, вон там тоже что-то ценное есть. А эти пускай туда плодятся, фиг с ними. Так, и теперь посол освободился, давайте дружить с вот этими ребятами. Заодно посмотрим, как отношения. Минус 70. С вот этими. Плюс 29 уже. Хорошо. Тут минус 35. Не очень хорошо. Странно. Мы вроде улучшаем, улучшаем, а толку нет. Так, и... Кто еще-то был? Вот эти. Опасения. Минус 39. Но мы улучшаем наши отношения, хотя идеология. А у них со всеми, что ли, есть повод к войне? Да, эти ребята вообще не очень хорошие ребята. Они со всеми хотят воевать. Даже не знаю, ну пусть пока, наверное, повисит улучшение, чтобы они не лезли раньше времени в меня. Хотя, конечно, плохо. Так, ну построим тогда две оборонительных платформы тут. И еще тогда сделаем во флотилии, в нашей первой, лимит флота позволяет нам, сделаем еще, да, до максимума сделаем, и все. Все, погнали. Кучу корветов еще наделаем, чтобы было. Сенат принял резолюцию «Щит на изготовку». Что это такое? Хотя я вижу, плюс 10 вместимости флотилии добавилось. Рабочие места на Оросе кончились, началась безработица, но я здесь уже пытаюсь исправить положение. О, все, отрезали они нас. Ну, что ж, может это и не так уж плохо, если они полезут в ту сторону. Жалко, конечно, вот эти куча планет, которые там остались, но и провоцировать чужаков тоже не самая хорошая идея. А может быть, у нас вот тут тоже есть чем поживиться. Хотя тут, конечно, большой еще где-то был флот амеб, прям вообще там десятки тысяч. Но что делать? Опять же, протянув вот сюда лапу свою, да, можно было бы расстроить и вот этих, и вот этих. Нам пока этого не нужно. Мы, кстати, вместе. На самом последнем. Нет, на предпоследнем месте. Да уж. Но пока потихонечку развиваемся, никого не агрим, со всеми дружим. Наберемся сил, там видно будет. Начнем колонизацию тундрового мира. 21 клетка. 30% приспособляемости, но куда деваться? Наткнулись на амеб где-то сверху, но
Можем отойти от них. Еще две системы успеть протянуть, и тогда этот хвостик будет нашим. Но они уже исследованы. Хотя нет, тут еще много исследовать. Так, вот квест с цветочками. Так, это надо вырубать за 400, блин, дорого. Но иначе начнутся там потом проблемы. Что, аномалии находят в системе, но надо быстрее изучать систему, чтобы присоединить раз, два, три, четыре. Причем этот тоже готовый должен быть. Выборы. У нас начинаются выборы, и я вспомнил про мандат. 20 плюс надо делать энергии. Нет у нас 20 плюс энергии, но есть безработица на мире кузни. Так, с мир кузни сейчас на энергетический мир перебросим. И чуть больше будет энергии уже. 26. Ну вот сейчас как раз выполним мандат. Так, побеждает на выборах, получает канцлер. Обратитесь за новым мандатом. Выполнен мандат по экономике. В последний момент я вспомнил про него. Смотрим, что еще там. Производство товаров плюс 6 в месяц. У нас минус 9. Печальный факт. Ну, давайте вот тут произведем. Тут тоже, кстати, нету. Тоже можно сделать. Все, везде построил. Теперь у нас везде они есть. Кроме столицы. Тут почему-то нету. А во всех остальных есть, так что все теперь будут обеспечены работой, все теперь будут обеспечены товарами массового спроса. Мы тянемся за последней системой. Тут уже сейчас строим, тут уже можно строить, тут изучаем. Вот сейчас сюда пойдем изучать. Если они дернутся в ту сторону, то успеем. Если они сюда потянутся, плохо, у них будет... Что за дела? Куда уже канцлер? Как она успела так быстро нарушить, если только что пришла к власти? Что за фигня творится-то? А, она померла, не успев выполнить свой мандат, поэтому грусть наступила. Преступность, я смотрю, наступает тоже. Так, тут безработица. Но тут уже есть постройки. Тут совсем безработица. Что ж вам дать такого в аграрном-то мире, да? Генные клиники. Нет, фабрику роботов сделаю. Пускай строят роботов. Будем их отправлять на другие планеты. Здесь последнюю едальню нужно переделать на городской район. Низкая стабильность, 23%. Офигеть. Распределим предметы роскоши, чтобы им было получше. И продолжим экспансию свою вот в этом секторе. Нашли всепланетную супермашину. Не строятся корветы наши.
Вот, все, нашел, куда нажать. Не туда нажал в прошлый раз. Так, новый правитель, новый мандат. Я не успел тот. Может быть, удастся с этим. Урбанизатор. Два района, да, городских. Ну, сейчас поменяем один в столице, а один где-нибудь еще заменим. А клерки дают блага, так что берем дополнительных клерков для городских районов. Это, по идее, нам сейчас даст блага везде. Потому что у нас не очень радостные люди. Их не очень хорошо с благами, но я думаю, что сейчас клерки начнут копошить, и жизнь наладится. Так, добывающий мир. Добывающий мир. Надо бы построить что-нибудь тут, но мне бы хотелось мандат выполнить. Ладно, строим горнодобывающий район. И они все за предпоследней системой. И попутно начнем изучать вот эту на всякий случай. Так, а здесь 47% тоже почти готово. Может, сейчас успеем. Так, ну станцию успели. Сейчас главное, чтобы строитель успел подойти. Посол. И послы автоматически заменяются. Ускорение физических исследований. Отлично. Автоматическое изучение не очень интересно. Альтернатива плюс 1 и энергетика плюс 20. Давайте возьмем пока что деньги. Отправляем строителя в Пентарум. Если сейчас заберем, то можно считать, что в принципе нормально поразвивались, проросли в эту сторону, отрезали себе вот этот тупичок. В принципе, вот этот кусок, наверное, все заблокировали себе. Не успели подрезать вот это с кучей уже исследованных планет, причем зеленых планет под нас, со всякими раскопками. Вот я вижу три как минимум. А вот это, конечно, не прокатило дело, но с другой стороны, может быть, это и неплохо, потому что, возможно, если бы мы их подрезали прямо тут, то сагрили бы их на себя, а нам агрить пока рано кого бы то ни было, потому что мы на предпоследнем месте. Продолжаем тут какие-то копать раскопки, исследования. Отстроили колонии, флот, наверное, тоже наш отстроился. И вот это еще запустим планетарную администрацию. Перенаселение, кстати, вот еще тоже надо решить вопросец. Все. Теперь с колониями все хорошо. С кораблями 20 из 20. 1200 сил флота. Не офигеть, какая сила, конечно. Но уже хоть что-то есть. Так что подписывайся на канал, нажимай колокольчик, чтобы не пропустить, как дальше будет продолжаться жизнь и история потерянной колонии. Ставь лайки, если нравится. Пиши советы всякие. Спасибо за просмотр и пока.